Жень, не переезжать, следите за конфигурацией пересечения. Давайте с конца конца. В Оренбурге синхронное катание, мы занимаемся уже 6 лет. Шестой год, вернее, пошел, а в России 25 лет. Как только появился у нас вот этот спорткомплекс «Кристалл», появилась возможность, будем так говорить, заниматься синхронным катанием, потому что там определенная площадка должна быть, определенные элементы. В одиночном катании ребенок отвечает, или спортсмен, будем фигурист, отвечает сам за себя, за то, что он сделал. А здесь каждый спортсмен за команду. Здесь каждый – это единое целое, и все должно сделать синхронно. Последние соревнования у нас прошли хорошо. Мы ожидали, что мы будем третьи или вторые, но мы как-то неожиданно сказали первое место. Мы там обошли на 8 сотых баллов. Наша команда, она такая спортивная, думаю, что мы соберемся и когда-нибудь еще будем на Кубке в России. Вы уже взрослые, вы это проносите через свое сердце, понимаете? Поэтому вы как бы пережили эту всю программу во время составления. А теперь на льду только говорите уже как птица. Поначалу трудности, потому что они приходят из одиночного катания, каждый как единица и амбициозно, и свои личные какие-то планы и взгляды на результаты в спорте. Но постепенно, слаженно становится в единый такой коллектив, настоящую команду. Мы летом работали усиленно, у нас были сборы на льду, можно сказать, проводили весь день, и поэтому сейчас мы просто произвели фурор. Все тренера, все гости, которые приходили, хвалили нас. Как бы мы представили нашу команду очень хорошо. Мы не ожидали, что мы займем третье место. Мы боролись за него и даже не отстали совсем чуть-чуть от второго места, от Питера. То есть для нас это были очень удачные соревнования. Сейчас как бы у нас такой прогресс. Набрали маленькую команду. Мне кажется, развитие этого вида спорта у нас в Оренбурге сейчас проходит такими большими шагами.